английскому языку. Глеб Слун. Она очень добрая, умная и красивая. Глеб Слун учит нас английскому языку с 5 класса. Она строгая, но справедливая. Она у вас тоже будет учиться в старших классах. Поскорее! Здравствуйте, Галия Хуснуловна. Да. Вы один из главных учителей по английскому языку в школе номер 3. Мы хотим, чтобы вы нам рассказали о себе. В 1978 году я окончила Башкирский государственный педагогический институт. А сейчас он называется Педагогический университет имени Акмуллы. Я вообще всегда читала, всегда хотела быть учителем. Я читала «Миссия учителя» – это учить детей, познать душу ребенка. И, естественно, совершенствуя постоянно самому. Но я считаю, это самое главное – любить детей. Любить так их, что они почувствовали твою любовь. И быть преданным своему делу. Я работаю в школе около 40 лет. Разные были ученики, но я всех любила. Любила как мать. Я всегда любую ситуацию стараюсь поставить себя на место ученика, разобраться, помочь разобраться в сложных ситуациях. Бережно стараюсь помочь раскрыться ученику, вселить в каждого ученика уверенность, помочь преодолению разных трудных ситуаций. Я горжусь своими выпускниками, особенно горжусь теми, которые выбрали профессию учителя английского языка. Let's begin. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Bookcase. Bookcase. Desk. Desk. Bed. Bed. Coffee. Coffee. Fridge. Fridge. Cooker. Cooker. Chairs. Chairs. Window. Window. Paintings. Paintings. Window. Window. Sofa. Sofa. Coffee table. Здравствуйте. Что вас связывает с Галией Хуснуловной? Добрый день. С Галией Хуснуловной мы знакомы уже давно. Несмотря на то, что работаю в школе, я восьмой год, Галия Хуснуловна для меня, можно сказать, родной человек. Я ее знаю еще с тех пор, когда я была еще сама ученицей. Галия Хуснуловна ведет у нас, как обычно, с начальных классов и до 11-го. Было очень много интересных моментов, связанных с ее уроками, потому что Глеб Снова такой товарищ очень активный, живой, эмоциональный. Были разные моменты, но мы всегда находили компромиссы, нам всегда было интересно на ее уроках, и она для меня стала примером. Глядя на нее, заряжаясь ее энергией, я решила тоже пойти и стать учителем. И ни капли об этом не пожалела. Придя в школу, Глеб Снова оказала мне неоценимую поддержку. Для меня она была наставником, одним из самых главных наставников в данной школе. Я работаю в третьей школе, как и училась. Потом для меня Глеб Снова стала коллегой. Уже из наставника она превратилась для меня коллегой. Можно сказать, что Глеб Снова — это тот человек, которого я ценю, уважаю
Она, несмотря на то, что я ее знала изначально ученицей, сейчас это для меня коллега, она ни капельки не поменялась, она такая же бодрая, активная, целеустремленная и всегда добивается того, чего она пожелает. Она всегда думает о своих уроках, она в любой момент может позвонить и сказать там: «Елена Васильевна, я еще это придумала», но молодец, она живчик, очень активный товарищ, я ее очень люблю. Лена Сумовна была классным руководителем моей старшей дочери. Класс был слушный, дети подвижные, активные, но Лена Сумовна с ней справлялась. Ее сердце попадало в всех. Она интересовалась судьбой и жила жизнью каждого ребенка. Показателем того, каким замечательным она была классным руководителем, я считаю тот факт, что моя старшая дочь, которой уже 26 лет, она 10 лет назад закончила школу, до сих пор интересуется, как дела у ее сына, приходит к ней в школу, передает ей привет и даже в социальных сетях общается с ней. Мне кажется, это дорогого стоит. Большое спасибо Галине Сумовне за ее любовь, заботу и терпение нашим детям. Галину Сумовну я знаю более 30 лет. И всегда для меня она была образцом преданности своей профессии и ответственного к ней отношения. И это касается периода, когда Глеб снова был классным руководителем. Вот за весь период своей работы я считаю, что вот Глеб снова был самым лучшим классным руководителем, которого я знала. Она настолько полностью отдавалась детям, их проблемам, желанию им помочь, что, в общем-то, это вот, в принципе, составляло, мне кажется, всю ее жизнь. Сейчас Галина Усмановна ведет только учебные часы, и при этом вот эту индивидуальную работу, работу с детьми, которые проявляют или повышенный интерес к предмету, или просто имеют определенные способности в этой области, она обязательно этих детей замечает и практически ведет их и доводит до высокого уровня. Поэтому я считаю, что Глеб Снова – это вот образец настоящего учителя. Вот в таком классическом понимании слова «учитель», к которому привыкли вот наше поколение во всяком случае. Поэтому от всей души желаю ей дальнейших успехов, желания работать, ну и добиваться успеха ее ученикам. Добрый день. Вы хорошо знаете Галию Хуснуловну? Да, я хорошо знаю Галию Хуснуловну. Мы с ней знакомы с 10 класса. Вместе с ней мы готовились к Олимпиаде по английскому языку. Она всегда была моим наставником как и в английском языке, так и вообще в каких-то жизненных делах. Но несмотря на то, что Галия Хуснуловна с виду очень строгий, серьезный человек, с ней очень интересно общаться. Общение с ней было для меня полезным. Также мы с Галией Хуснуловной подготовились к ЕГЭ по английскому языку. Я сдала на 91 балл и поэтому поступила в Высшую школу экономики в городе Москве. Я благодарна Галии Хуснуловне за всю поддержку, которую она мне оказывала на протяжении этих лет, и за знания, которые она мне дала, которые пригождаются не только в учебе, но и в повседневной жизни. Как тебе пригождается английский? Английский мне пригождается, во-первых, на урок английского языка, в ВУЗе. Также я смотрю фильмы на английском языке, сериалы и смотрю англоязычные передачи.